Война и тяготы жизни ее не сломили. Сегодня 90-летие встретила труженица тыла Анна Минцева. С поздравлениями в гости к имениннице заглянули представители городской администрации и наша съемочная группа. Такое взрослое слово «ответственность» Анна Ивановна в полной мере познала с малых лет. Она была старшим ребенком в семье, потому на ее хрупкие плечи легли заботы о младших и помощь матери. А в 12 Анна Минцева уже трудилась в колхозе. Ребенка поила. А те ребенка говорили, что это... Вот мать скажет, пригонит скотину, пригонит. Загонит скотину, а это Нюрка напои. Меня Нюрка звали. Нюрка напои, теленка напои. Ну ладно, я пою теленка. Она его приучила, поила с пальцев. Вот он мне тунется. Никак, тунется не так. Она ему пальцы дала, вот он это все. А я... Война усложнила и без того полную недетских забот жизнь юной Ани. В 43-м она отправилась в Гусь Хрустальный на торфоразработки, где трудилась последующие 7 долгих лет. В бараке такая труба большая, 2-метровая, она такая вот широкая. Вот по этой трубе у нас шел торф, разливался на эту, на карту. Вот. Баночки у нас, баночки были. Мы эту картошку размочим. Баночку, трубу заторгну, когда придем с работы, да? И эти баночки все на трубу наставим, всю трубу заставим. Нагреется. Она нагреется, запреется, вот поедем. В 50-м Анна Ивановна устроилась на РИП сверловщицей. В том же судьбоносном 50-м году Анна Ивановна познакомилась с будущим супругом. Вместе прожили без малого 40 лет, вырастили троих дочерей. Ты нам еще нужна, у тебя вон сколько внуков, сколько правнуков. Ты им обязательно нужна. Они все приезжают, приходят сюда, все радуются, все счастливы, все довольны. Приезжают, все собираются на праздники. А как без главы семейства? Никак. Военные и трудовые подвиги – не единственный повод для гордости. Богатое наследие – вот настоящая отрада Анны Ивановны. У нее 5 внуков и 10 правнуков. Анастасия Белова, Александр Симонов. Новости Муром.